Вроде я, всем привет. Смотрите, у товарища такой аквариум. Просто шикарный местной фауны. А кушки, конечно, офигенные. Просто решил даже снять кушков, блин. Вот реально. Необычный такой аквариум. Вообще офигительный. Чем окунь хуже азула? Да ничем. Смотрите, блин, дико красивая рыба. С растениями все, вот реально. И можно ручными даже сделать. А вот это что за большое это у нас? Подлещи. Подлещи, да. Сейчас у меня тут Женя начал говорить. Всех рыб, любую назовет, любую вообще. Я могу, наверное, плотву отличить. Вот не плотва? Да, плотва, и вот нижняя плотва, верхняя краснопёрка. Да, ну вот местная фауна это и класс. Вот ясь. Вот это, да? Да. Ну да. Я такого окуня не могу отличить. Ну и плотву. Красноперка, наверное, все уже. Блин, ну мне дико окуня не понравилось. Поведение очень интересное. Ну да, вот реально, как козулы. И растут большие. Да, и аппетит хороший. И уже ручные стоят. За пальцы хватает. Да, не надо азула покупать, привозить, покупать за 20 евро. Угу. А да вот тут можно за 5. Не хуже. Да, реально не хуже, смотри. Тем более они постарше станут, они еще окрасятся. Да, они чем больше, тем красивее, эффектнее, да. У них верхний вот этот плавник, вот этот гребень вообще конкретный. Все время у них распущен. Они все время в движении, вообще, ну, дико красиво. Ну, это, конечно, сделал красивый этот аквариум такой. Вот реально, вот эту руку поднимаешь, они уже тут все. Ну да, то, что я их обещал покормить. А чем их кормить? Мотыли едят, ну, бракую рыбу какую-то там, знаешь. Карасиков маленький, ну, еще, наверное, маленький для, чтобы карасиков опускать. Нет, там гупяшек, живородку какая-то, ну, брат есть, чего-то такое там. Да, у Жени уже плавают большие эти окуни, он уже карасиков, ну, да, маленьких, коричневых. Ну, да. Они с удовольствием их. Да. Поэтому я сразу только обратил внимание, то есть не планировал даже ничего снимать. Ну, тут такое вот необычное и красивое. Потому что смотри, как можно, да, вот аквариум литров на 500-700 сделать вот такой под местный фаун. Да, штучки хорошие. А там кто спрятался оттуда? Это тоже окунь? Да, тоже окунь. Ну, видно, его огорчили чем-то. Да, он такой задумчивый. И растения не копают, да, смотри так? Да, да, растения уже вторую неделю стоят. Не роют, не копают, ничего. Наверное, да. Я вначале так на пробу посадил несколько, смотрю, нет, все на месте. Добавил еще. Блин. Да, я был удивлен. Вот теперь будет для архива такая местная фауна.